Объясни мне, что с тобой произошло и кто это все сделал? Ничего не произошло, все в порядке. А фингал у тебя откуда? Он у меня и так был. Здравствуйте, вы меня вызывали? Это из-за того, что я прогулял урок, да? Понимаете, мне просто стало плохо, и я сидел в туалете. Соня, что случилось? Я так понимаю, это не твоих рук дело. Нет, что вы, мы с Соней до начала урока сидели в столовой, и все было нормально. Потом она ушла на урок, а я остался, то есть я пошел в туалет, потому что мне стало плохо. Соня, скажи, это так? Или это все-таки все сделал Максим? Нет, это не Максим. А кто это сделал? Почему ты не рассказываешь? Максим, попробуй с ней поговорить. Может, она все-таки расскажет тебе, кто это сделал. Соня, пожалуйста, расскажи, кто это сделал. Я тебе обещаю, я разберусь. Нет, извини. И, пожалуйста, не подходи ко мне больше. Нам не стоит общаться.